Я женщина, и, конечно же, я хотела изложить в этой картине суть женского мира, внутреннего мира. Может быть, кому-то она напомнит икону, может быть, кому-то просто женщину, восточную женщину или же западную женщину. Привыкли все видеть женщин, умеющими что-то там делать, хозяйками, может быть, в социальном плане, или просто красавицы. Женщина — это гораздо глубже, гораздо мудрее. Вот Коэльо, спасибо ему, с огромным уважением и с глубиной смотрит и понимает образ женщины. Моя Брида осознанна, она цельная, она духовная, она любящая, она смиренная, она обладающая долготерпением, она как бы идущая по своему пути, но и как бы уже нашедшая свой путь. Она приняла свой дар быть женщиной.